К другим новостям. Дело Джулиана Ассанжа. Организация американских государств призвала Эквадор и Великобританию продолжить диалог о судьбе основателя WikiLeaks. Министры иностранных дел объединения выразили солидарность и поддержку Кита в защите принципа неприкосновенности дипломатических миссий. Экстренное заседание в Вашингтоне прошло по просьбе Эквадора, который опасается, что Ассанжа могут захватить в его посольстве в Лондоне и выдать американцам, которые могут судить его за шпионаж в связи с утечкой секретных документов Госдепа. Ассанж более 2 месяцев скрывается в здании эквадорской дипломатической миссии в Великобритании. Скотланд-Ярд намерен арестовать основателя WikiLeaks, как только он покинет территорию посольства. Британцы должны выдать австралийца Швеции, где Ассанж обвиняется в сексуальных преступлениях. Этот вопрос выходит за рамки двусторонних отношений. Когда существует какая-то угроза для одной из стран Организации американских государств, эта проблема должна решаться с помощью диалога. Мы уверены, что выход из тупика в отношениях между Эквадором, Великобританией и Швецией должен быть найден путем переговоров по дипломатическим каналам и рамках правовых норм.